Молодые и старые греки возлегали на ложах, пили вино, говорили о философии, о науке, о красоте, о женщинах и обо всем прекрасном. И это было очень давно. Я сюда стану, немножко там будет. Это было очень-очень давно. Но эти виноградники сохранились в Греции до Второй мировой войны. К сожалению, гитлеровцы их сожгли специально, потому что Греция была первой в Европе, которая сказала «нет фашизму» и начала активное сопротивление. И 25 лет после Второй мировой войны эти виноградники восстанавливались. Сегодня процесс завершен. Сегодня Греция производит 500 миллионов тонн вина. Половина из них раскупается как в Греции, так и за рубежом иностранцами, и вино пользуется большой популярностью. Самое знаменитое вино Греции – это рицина, белое вино, которое производится только там. Сегодня мы представляем вам вино ионическое, с Ионических островов. Белое и красное, мускатное и типа каберне. Но я хочу вам сказать, что когда это организовалось, греки, которые переселились сюда, везли сюда, кроме оливкового масла, еще и вино. И самые знаменитые сорта были с островов. С островов Кефалония, с Крита и Санторини. И прошло 200 с чем-то лет, ничего не поменялось. Самые лучшие вина сегодня на Крите, в Санторини и в Кефалонии. Давайте попробуем. Я всех поздравляю, спасибо организаторам. А сейчас греческий танец. Катюша, музыку нам дай. Thank you.
разнообразное вино в Греции, такие же разнообразные у нас и танцы, и костюмы. Здесь костюмы 5 регионов Греции. Фракия, Пелопоннес, острова, Фантийцы и Македония. «Грек Зорба» и стал настолько популярен благодаря музыке Микиса Теодоракиса, что завоевал весь мир. Я это сейчас все говорю, чтобы они чуть-чуть отдышались, потому что у них еще третий танец, который они вам сейчас представят. Это ансамбль «Эльпида», руководитель Раиса Никитична Перепора. Отдохнули? Отдышимся. Надо было вам поменять. Первый же говорили всем сахаром, потом. Я
Сейчас хочу предложить вашему вниманию.